God is speaking about Satan, and he says it five times. He says, I will. God speaks about Satan. Yeah, here. Бог говорит о сатане пять раз и говорит, я сделаю или я буду. So, pride causes us to be self-centered or focused on what we want. Гордость заставляет нас быть сконцентрированным на самих себе, на своих нуждах. Помните, мы говорили о корнях греха? So when I have a prideful heart, my focus is incorrect. И когда у меня горделивое сердце, то мой фокус, он неправильный. My attention is turned inside upon myself. И мое внимание направлено на себя, внутрь. My needs, what I want. Мои нужды, что я хочу. So what is one of the ways to see if pride is working in your life? И это один из путей, как можно увидеть, что гордость действует в вашей жизни. If all your attention, all your time in your life is about you, then you have a lot of pride probably ruling in your life. Это то, что вы можете заметить, что все, что вы делаете в жизни, оно направлено на вас, и все касается именно вас. И значит, гордость управляет вами. So let's look at these five things he says. Давайте посмотрим на эти пять вещей, которые он говорит. He said, I will ascend into heaven. Verse 13. Mm-hmm. Дьявол говорит в 13 стихе, взойду на небо. He said, I will exalt my throne above all the stars of God, and the picture of the stars are the angels. Выше звезд Божьих вознесу престол мой. You know, as you know in Scripture, there are different symbols for different things. Вы знаете, что в Писании есть разные символы касательно разных вещей. And often in the Scripture, the symbol of angels is speaking about stars. И часто, когда образ ангелов, когда говорят об ангелах, то как бы метафора использует звезды. So he said, I will exalt my throne. И он говорит, я поставлю свой трон превыше. Above everybody else. Превыше всех других. Then he says, I will sit at the highest place in the congregation. И потом он говорит, что воссяду в самом высшем месте собрания. On the farthest sides of the north. На краю севера. Okay, so what do we see about Mount Zion and the sides of the north? Just go this way. Вот обойдите тут. И что что касается вот то, что мы видим в Писании горы Сион. Right, Mount Zion and the sides of the north. Oh, it's not possible. Okay, that's all right. Go this way. Гора Сион, это она на севере находится. So Mount Zion and the sides of the north is the place of worship. И гора Сион — это место поклонения. Right? It's the place of worship. Это место поклонения. So Satan is saying, I want to be at the place where everyone is worshiping me. И сатана, то есть, таким образом говорит, что я буду в том месте, где все будут поклоняться мне. It said the Pharisees in the days of Jesus, they loved the praises of men. И говорится, что во времена Иешуа фарисеи любили похвалу от людей. И любили больше, чем хвалу Богу. И гордость заставляет нас жить ради похвалы людей или от людей. Чем больше люди видят нас, тем больше они нас хвалят, и тем лучше мы себя чувствуем. Вот что произошло с сатаной. Then he says, I will ascend above the high places of the clouds. I will be like the Most High. Потом говорится в 14 стихе, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. So now he says, I'm not going to just be above all the other angels. I am going to be above God. И говорится, что я не буду просто выше всех ангелов, я буду превыше Бога. Облака — это как образ Шехины, то есть славы Божьей. So, Lucifer had the wrong attitude. Итак, у Люцифера было неправильное поведение или отношение. And we see that it says here that his heart was prideful and he became rebellious. Говорится, что сердце его было полным гордости, и он стал в бунте. So, when you see people become rebellious in the congregation, what happens?
И когда вы видите людей, которые бунтуют в собрании, что происходит в самом начале? Они становятся гордыми. Они позволяют гордости входить в их сердце. И теперь я буду бороться. Я хочу то, чего я хочу. Помните, я говорил, что лидеры и пастыря здесь не для того, чтобы давать вам все и делать вас счастливыми. Моисей не был поставлен, чтобы осчастливить людей. Моисей был поставлен для того, чтобы вывести народ в обещанную землю и научить их путям Божьим, привести их в Божье присутствие. Но мы, ну, наше мышление, оно искривилось. Мы хотим, чтобы здесь Бог делался для нас. И мы видим это, когда люди прославляют пастырей, например. До тех пор, пока пастыря не перестают давать им то, что им нужно. И тогда они начинают против них бороться. И нам наш взгляд стоит устремлять на Господа. Бог тот, кто ответит на ваши нужды. Если будете ожидать, что человек ответит на ваши нужды, то вы разочаруетесь. У вас неправильное ожидание. И когда мы ведем людей, мы должны их этому учить. Строить свою веру на Господе. Нам нужны лидеры. Они ведут нас в обещанную землю. Они приводят вас в ваше будущее. Но если у вас неправильное мышление, то вы считаете, что они здесь для того, чтобы сделать вас счастливыми, чтобы служить именно вам. И вы становитесь разочарованными. И вы больше не полагаете веру на Бога. Потому что изначально вы думали неправильно. Как я говорил, что я здесь для того, чтобы вы смогли пережить все, что Бог имеет для вас в вашей жизни. Чтобы у вас было откровение о четырех вещах, о которых мы говорили в Ефесянах. Надежда Его призвания для вас. Откровение о том, кто Бог есть на самом деле. Откровение о том, какую Он имеет силу для каждого, кто верит в Него. И откровение о наследии Божьем во всех, кто окружает вас. Итак, Люцифер, он был не удовлетворен. И говорится, что он начал бунт даже на небесах. И интересно, что здесь открывается, что корень этого бунта была гордость. Я просил, чтобы вы прочитали историю Иова. Все же знают историю Иова полностью. Но когда часто люди говорят об Иове или учат об этой книге, то они часто касаются только первых трех глав. Но это как бы обобщение или вывод о Иове. И в конце книги Иова Бог задает ему вопрос. И Иов, он смиряется. Правильно? А потом Бог говорит о нем, с ним о дьяволе. И что он говорит в этой главе, которую мы читали? Иов, 41 глава. Говорится, можешь ли
don't try to read the chapter. You're not going to be able to translate because I'm going to just translate. Okay. Можешь ли, ну, подцепить крючком Левиафана и словить его? Now, in this passage, he's speaking about something in the physical world. Здесь он говорит о чем-то из духовного мира, что имеет духовное отождествление или выражение. И если мы читаем всю историю, то четко понятно, что это история о дьяволе. А как бы, ну, физически возможно, что это описание крокодила Нильского. И он говорит, что если засунешь крючок в рот крокодилу и пытаешься его подсечь как рыбу, то говорит, что больше ты этого никогда не сделаешь, потому что это будет большая ошибка. Представляете же, вы ловите рыбу и поймали крокодила. Не очень хороший опыт будет для вас. Я видел больших крокодилов, которые в соленых водах обитают. Я видел нильских крокодилов. Я видел такого крокодила вот от той стены до двери. Big and round like this. Такой круглый, здоровый. Nose big, long like this. Такой вот носик у него был. The mouth open. Рот вот такой открытый. And it was sitting in a river. И он сидел в реке. A beautiful, clear water. Очень чистая, прекрасная вода. And there were bushes all around. Были вокруг кусты. And the water was coming down very quickly. И вода стекала сверху очень быстро. And the crocodile was laying in the water with his mouth open like this. И крокодил лежал в воде и с открытым ртом вот так вот. And so my son and I, we got some stones. И мы с сыном взяли пару камешков. And so we were about 20 feet away. Мы были где-то на расстоянии 10 метров от него. И мы так сказали: готов, готов, и начали кидать камни в крокодила. А потом убежали, как только могли. И я помню, что мы только бросили камни, и крокодил очень быстро начал двигаться. Я не знаю, что крокодил там делал дальше, потому что он очень был занят тем, что убегал. Kind of ну, так люди часто, мужчины часто так делают. You know, men. Вот что мужчины делают мужчины. Может, глупо выглядит, but конечно. Но это весело. И когда крокодил хватает животное, он защелкивает пасть и затаскивает жертву в воду. А потом начинает крутиться. Крутится вокруг и вокруг. Пока животное не окончательно не утонет. И потом, когда уже животное умерло, то крокодил его тащит туда, где он живет. Где-то, может быть, под водой, тоже в кустах где-то. На краю реки. И он ожидает, пока животное не умрет окончательно, не начнет уже разлагаться. И потом он возвращается и кушает это животное. Now, that's what the devil does. Вот так вот дьявол делает. This is what God is saying to Job. Вот что Бог говорит Иову. God says, when you have a problem, Job, Бог говорит, что если у тебя есть проблема, Иов, can you reason that problem out with the devil? Can you come to an understanding of what's happening to you by talking to the devil? А можешь ли ты понять, что происходит с тобой, ну, из разговора с дьяволом? Это Бог спрашивает у Иова. Вы помните все эти плохие вещи, которые с ним произошли, и он не понимал, почему? Now,
А что дьявол делает после того, как он приносит плохие вещи в вашу жизнь? Он приходит и начинает с вами общаться. Ну, если бы Бог был хороший. И так далее. And you start talking back and forth with the devil. И вы начинаете с ним разговаривать. And what does he do? И что он делает? He twists everything. Он все переворачивает. He's the master liar, Jesus said. Ишуа говорит, что он отец лжи. And he twists your story. И он превращает вашу историю, извращает в смысле. Now you have the wrong conclusion. И теперь у вас появляются неправильные выводы. Now you're believing the wrong thing. И вы начинаете верить в неправильные вещи. И вы теперь в его власти, и вы его заключенный. И он может легко вас разрушить. Это история Иова. Мы не можем концентрироваться на гордости. Когда происходят вещи, которые мы не понимаем, мы должны доверять Богу. Это тест, который все проходят. Как часто люди задают вопрос, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Правильно? Везде, где бы я ни был в мире, везде задается этот вопрос. Это та же духовная война. Это история Иова, и почему она помещена в Библию, именно по этой причине. У нас есть ответ, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми. Целая книга в Библии об этом говорит. И прекрасно, что у нас есть ответ. Вот почему. Вот что случается. Вы не можете полностью или вообще осознать, что происходит. Потому что вас обманывают, все переворачивают. Поэтому стоит доверять характеру Бога. Правильно? Тому, кем Бог является. Бог добрый. Он мудрый. Он милостивый. Он добрый. Он имеет авторитет и власть. И когда мы доверяем Его характеру и тому, кто Он есть, тогда мы защищены или побеждаем духовные атаки дьявола. Потому что так происходит со всем миром. И Иешуа говорит, что Он для того, чтобы украсть, убить, и разрушить или погубить. Вот что дьявол делает. И есть вот эта вот духовная война здесь. Но он говорит, что я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком. Бог не пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Он дает жизнь. Бог добрый. Да, он позволил тому, чтобы Иов пережил все эти вещи. Но это было испытание. Но если он прошел это испытание, то Бог смог сделать еще более великие вещи в его жизни. Точно так же и в вашей жизни. Мы говорим о том, чтобы преследовать и понимать то, что кем мы являемся, нашу личность. В начале этого учения я спрашивал, кто вы? Какая ваша личность или выражение? Кем вы созданы, чтобы быть в жизни? И это будет иметь продолжение вечности. Если вы хотите пережить то, что Бог имеет для вас, то вам нужно пройти этот тест. Можете это записать. Божья воля для вас приходит с прохождением испытаний.
not the passing of time. Не со временем. Если это истина, то вы должны понимать, что является тестом сейчас в вашей жизни. Что Бог сейчас говорит вам. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Что Бог говорит вам. Давайте больше поговорим о гордости. The question is only through the test, or there are another like ways how the revelation of the Lord comes. No, I think only through the test. I believe, yeah. You mean that's the example of Scripture. You children of Israel, they went through tests, and then they possessed their inheritance as they passed the test or failed the test. You have to pass the test. Yeah, I mean, like he asks about just knowing the Lord. I'm telling you what I believe. Okay. Not what you're saying. No, I've just said. I know, but I'm to saying. To be correct, do the like. Test, yeah, uh-huh. Yeah, yeah. Ну да, он говорит, что он верит, что именно так. Okay. Now I've talked about knowing the Lord. И я говорил о познании Бога. Right. Правильно. But if God is teaching you something. Но если Бог чему-то вас учит. And you won't learn it. И если вы этого не узнаете. И вы не сможете пойти дальше в его плане. Heart, если он исправляет вас в чем-то в вашем сердце, it, а вы откажетесь выучить это, научиться этому, say, okay, он не будет говорить, окей, забудь, я тебя сейчас кое-чему другому научу. Я такому не верю. Нам нужно понимать и учиться тому, что Бог, чему нас Бог учит. И вот что сбивает людей. Это может быть что-то очень маленькое. Small, если у вас есть какая-то уверенность от Бога о чем-то маленьком, то значит это имеет большое значение. Я имею в виду, что, может быть, Бог вам показывает какие-то небольшие вещи, вы это делаете, а потом что-то происходит большое от Господа. Right? Понимаете, что я вам сейчас говорю? Сейчас. Yeah. Может быть, Бог исправляет небольшие вещи в вашем разуме. А вы говорите, да ну, это не так важно. Но это очень важно. Потому что это то, что Бог говорит вам. Опять же, человек не одним хлебом живет, но тем, что Бог говорит. И нам нужно выучить, что Бог говорит нам. В каком тесте я сейчас нахожусь или в каком испытании? Иногда мы не знаем. Просто молитесь и спрашивайте, чему ты меня сейчас учишь? И он вам покажет. Бог добрый. Он хочет, чтобы вы знали, что происходит. Как он вас учит и как он вас испытывает. There is another question. Окей, вопрос в том, что если есть молитва за неверующего, то исполнит ли Бог свою... Я сначала для всех, потому что не все слышали. Что исполнит ли Бог волю свою в неверующем? There is a question like, I'm praying for my son, and so, and he doesn't believe in the Lord, so there is a question like, can the Lord provide his will in his life
although he is non-believer. That's not related to what I'm teaching today. Okay. Okay. So I know it's very important to you. So after I can talk to you for a minute about that, but that's not the teaching. Я потом бы с вами поговорил, потому что это не совсем то, о чем я сегодня учу. But I'll, let me encourage you. You know, yes, God can work in your son's life, and I can talk to you more about. Но я хочу вас ободрить, что, конечно, Бог может работать в жизни вашего сына, и я бы потом еще с вами об этом поговорил. Okay. All right. So pride is a big issue. Итак, гордость — это очень большая проблема. So let's try to understand more. What is pride? Давайте больше поймем, что такое гордость. Because if you can hold up the mirror and see yourself correctly, then you can fix the problem. Если вы держите зеркало и видите себя правильно, то вы можете исправить ошибку. I have some food hanging on my face. А у меня вот тут еда на лице, например. But I don't see it. Но я ее не вижу. I look in the mirror, смотрю в зеркало. And I'm shocked. И я в шоке. All day long I've been walking around with food on my face. Я весь день хожу с едой на лице. Well, that's what we do spiritually. Вот что мы делаем в духовном мире. See? There's things in us that other people see. Есть вещи в нас, которые видят другие люди. But we don't see in ourselves. А мы в себе не видим. Until we look in the mirror. До тех пор, пока мы не смотрим в зеркало. And God says that the word is a mirror. И Бог говорит, что слово — это зеркало. When you look in the word, you see yourself. Когда вы смотрите в слово, вы видите себя. И это помогает понять, что Бог говорит вам. Видите, если Бог любит вас, Он не будет показывать гордость в вашей жизни, чтобы наказать вас. Он покажет гордость в вашем сердце, чтобы благословить вас. Он хочет делать добрые вещи, хорошие вещи. И он показывает, слушай, тут гордость подходит. И он помогает увидеть это в вас самих. И вы отвечаете Богу. И он благословляет вас. Иешуа сказал, что те, кто исполняют слово, они будут благословенны. И Божье намерение — это благословить нас. Но перед тем, как Он благословляет, Он дает зеркало. И вы можете увидеть, например, пищу на своем лице. Понимаете, да? Если вы выросли в семье, где вас постоянно наказывали за любой проступок, вы не хотите уже смотреться в зеркало. Потому что постоянно стыд, ты плохой. Но Бог такого не делает. Бог показывает проблемы, чтобы изменить и благословить вас. Бог добрый. Он очень добрый. И мы можем смотреть на эти вещи по-другому. Но если мы чувствуем, что Бог на нас злится, то тогда мы не хотим видеть проблемы. Потому что за этим последует наказание. Но Бог не хочет наказывать. Он хочет исправлять и менять. Какие символы гордости? When I buy a certain type of clothes, so that other people can look at it and say, "Oh, that's a special." Okay. Мы называем это как символы такого как статуса. You know, because of the label on the jeans. Ну, например, там по бренду на джинсах. Right. So I can buy jeans that are cheaper, that are just as good. Я могу, например, купить джинсы, которые дешевые, но хорошего качества. Но я покупаю джинсы более дорогие, потому что там есть бирка. И мы называем это статус. И в мире у нас есть символы статуса.
Если ты имеешь значение какое-то в мире, то значит ты будешь ездить на определенного класса машине. На какой бы машине Иешуа ездил? Я думаю, на Ладе бы ездил. На старой. I think it's more likely that he would be in a Lada than in a big SUV. Я думаю, что он, ну, наиболее вероятно, что он бы ездил на Ладе, чем на каком-то внедорожнике с тонированными стеклами. Ну, это мое мнение. Я думаю, на Тойоте. Okay, so the world has symbols. Ну, и в мире есть символы. That make you say, oh, this is important. I'm now important. Которые помогают сказать, вот это важно, и теперь, когда я достиг этого, я сам стал важным. And the Bible's teaching us is this is the way that the devil controls the world. И Библия нас учит, что это таким образом дьявол контролирует мир. So he gets people spending their whole life living to have symbols. Это приводит людей к тому, что они тратят всю жизнь, чтобы жить в этими символами. Но когда они получают эти символы, они, тем не менее, несчастливы. А те люди, которые не могут достичь этих символов, то они говорят, если бы я мог это себе позволить. И это все большая ложь. Есть простые вещи в жизни, которыми можно легко наслаждаться. Я вам уже говорил об этом. Хорошее общение с другом, который любит тебя. Хорошо сделанная чашка кофе или чая. Есть вещи, которые простые, которыми можно наслаждаться. И все это переживают, все это чувствуют. А все остальное — это иллюзия. Если Господь благословляет вас богатством, достатком, то тогда вы должны использовать богатство на добро. Ничего плохого нет в том, чтобы наслаждаться вещами, которые можно купить за деньги. Но если вы думаете, что это сделает вас счастливыми, то это неправда. Вчера мы говорили о том, что Бог гордым противится. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И это значит, что вы получаете то, что вам необходимо от Господа. Если вам нужна сила, мудрость или обеспечение, когда мы смиренные, Бог с удовольствием и свободно дает нам это все. Но если гордость контролирует наше сердце, то Бог как бы удерживает это, и Он противится нам. Давайте еще поговорим о гордости. So in James 4:7 it talks about submit yourself to God, resist the devil and he will flee from you. В Иакова 4:7 говорится: покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. In other words, you cannot move in spiritual authority unless you're under spiritual authority. Другими словами, вы не можете двигаться в под одной духовной властью, пока вы находитесь под другой духовной властью. В Деяниях 19, 14, 16 мы видим пример этого. Был священник или человек, который, этот волк, который пытался изгонять бесов во имя Иешуа. Но вот этот вот человек, он не подчинялся Иешуа, он не следовал за Иешуа. The priests began to beat them up.
И написано, что этот бесноватый, он напал на заклинателей вот этих иудейских. И он порвал их одежды. И выгнал голыми на улицу. Представляете себе? Вы приходите на собрание, пытаетесь изгнать беса. Ну, они пришли, в смысле, на собрание, попытались изгнать беса, а бес их изгнал. Это была очень смиряющая и в то же самое время очень стыдная ситуация. Но это духовный принцип. Если вы хотите двигаться под духовной властью, вы должны подчиняться этой власти. Но если вы сами по себе своя духовная власть, вы не можете двигаться в духовной власти. Я сам себе начальник. Только я и Бог. Никто мне не будет рассказывать, что мне делать. Хорошо. Можешь так жить. Это, ну, на твоей совести. Но ты не сможешь двигаться под духовной властью. И найдешь, что Бог противится тебе. Как можно определить, что вы послушны власти? Это, например, когда вам говорят то, что вы должны делать, а вы не хотите делать, но вы это делаете. Right? Правильно? When you don't agree. Даже если вы не соглашаетесь, например. When do you not submit to authority? А когда вы не подчиняетесь власти? When it tells you to do what God says not to do, right? When it goes against God's word. If authority tells you to do against what God says, then you don't listen to it. Но если, конечно, вам говорят что-то, что идет вразрез с Божьим Словом, то тогда вы не обязаны это делать. Это очень просто. А в других случаях подчиняйтесь власти. Например, вы приезжаете в мою церковь. И люди на входе говорят, вы должны сесть тут. А вы говорите, нет, я тут не буду сидеть, я хочу там сидеть. Но вам говорят, да нет, у нас все вот так вот происходит. Все приходят, и вот мы их рассаживаем. И это простые вещи. Но гордость говорит, нет, вы не будете мне рассказывать, где мне садиться. Я однажды посетил церковь, там, где посещают мексиканцы. Это было в Техасе. И у них было все совсем по-другому, чем в любой другой церкви, которую я до этого посещал. И когда приходят люди в церковь, то они заполняют от первых рядов и до конца. И все, кто приходит, должны становиться на колени и молиться до тех пор, пока не начнется служение. И я зашел и начал искать место, где я хочу присесть. Но у меня не было выбора. Мне сказали, следуйте за человеком впереди вас. И я последовал за ним, а потом опустились на колени и начали молиться. Никто мне не сказал, что я должен так делать, но я понял, что лучше мне так делать. Я встал на колени и начал молиться. Like someone gave you or... Someone gave me some gum before I went in the church. И перед тем, как я пришел в церковь, мне кто-то дал жвачку. И я вот как корова там стоял на коленях, жевал жвачку и типа молился. So I'm praying, я молюсь on my knees, на коленях. And I hear this, feel this. И я чувствую вот это. I'm like, и я такой, что такое? And then, see, I really speak Russian. Yeah, you're doing good. Yeah. Okay. So I looked up and there was a guy and he had a piece of paper in his hand. И подошел парень, и у него была бумажка в руке, и он показал, выплюнь, типа, давай сюда, на бумажечку.
They didn't want you chewing gum. А они не хотят, чтобы в их церкви жевали жвачки. We submit ourselves whether we agree or not. Мы должны мы подчиняемся, неважно, согласны мы с этим или не согласны. When I pastor church, I don't do it that way. Когда я, если я пастор церкви, то я так не организовываю вещи. Мне все равно, или вы жуете жвачку. Это для меня не так важно. Я не так делаю. Но если я иду куда-то, то подчиняюсь власти того места, где я нахожусь. Если мы смиренные, мы можем подчиняться власти. Даже если мы не всегда согласны. И другие, или иначе мы просто говорим, что тогда я пойду в другое место. Не надо мне рассказывать, где мне садиться, я свободен в Господе. Кто вы такие, чтобы говорить мне, что я не имею права жевать жвачку? Можете быть обиженными и злыми. Но я подчинился там, и я был благословлен. Подчинение или смирение не означает, что вы совсем согласны. Понимаете, о чем я говорю? Потому что часто мы не делаем каких-то вещей из-за гордости. Поэтому если мы приходим под чью-то власть, мы будем благословлены. У нас будет духовная власть и авторитет. Когда мы говорим, Бог услышит нас. Вы хотите видеть силу в своей жизни? Вот так вот вы можете иметь силу. Но не многие люди хотят силу. Потому что они хотят все так, как они думают, или как они хотят, как они видят, как они любят. Я вам расскажу. Не надо мне рассказывать, я сам всем расскажу. Кто ты, чтобы мне рассказывать, что мне делать? Я часто это слышу в церкви. Кто ты, чтобы мне говорить, что мне делать? Это гордость. А если вы хотите силу, ходите в смирении. Вы будете молиться, и Бог будет слушать. Как вас зовут? Дима. И вот Дима молится, и Бог такой: так, Дима, что тебе дать, что ты хочешь? Кто-то молится, а Бог сидит и зевает, и говорит: да-да, давай, молись. Бог в это время занят, он смотрит Украина-Германия футбол. И ему не нужны ваши молитвы сейчас. Вы понимаете, о чем я, да? Okay. Шутка Грузии. Right, so after the break, и после перерыва я вам дам список того, как можно увидеть гордость в вашей жизни. And then we'll start talking about humility. И мы поговорим о смирении, right, and then we'll talk или about покорности. And? We'll talk about a servant. А и о духе слуги. All right. Bless you.